Коляда, коляда, отплывай в лота, доставай сундучок, отдавай пятачок. Братан, почему ты ко мне подходишь постоянно каждый год коледовать? Кому еще от меня подходить? Иди по соседским домам пройдись. Не, неохота. Ладно. На пятачок. Эй, я не такой пятачок хотел. А какой? Бумажный, на лицевой стороне которого изображен Хабаровский утес и памятник, а на болотный изображен мост через реку Амул в Хабаровске. А не дофига ли ты хочешь, братан? Не, в самый раз. Иди в задницу, Игорек. Ты что, змот, что ли? Я не буду тебе пятак давать. Алёк, а ты мультик «В поисках Немо» смотрел? Смотрел. Дай. Да блин, ладно, на. Моя прелесть. Спасибо, братанчик. Пожалуйста. Виновак, смотри, что Валёк мне дал. Это в честь чего? Я ему поколядовал, и он мне пятак дал. А какую ты ему колядку спел? Коляда, коляда, открывай ворота, доставай сундучок, отдавай пятачок. Лен, ты куда? Коляда, коляда, открывай ворота, доставай сундучок, отдавай пятачок. Да вы офигели, что ли? Гони пятачок. Я надеюсь, железный? Mm-mm. Да блин. Гони. У меня нету. Не ври. Да правда нету. Вон, смотри, все карманы пустые. Я последнюю наличку Игорьку отдал. Вот тогда на карту переводи. Ладно. Перевел. Спасибо. Пожалуйста. Игорек, прикинь, я Вальку проколдовала, и он мне на карточку пятачок закинул. Отличненько. Слушай, а может Полиночке сказать, чтобы тоже сходила, а Вальку проколдовала? Можно, почему нет? Полин, подойди! Чего? Иди Вальку проколдуй. Мы с Леночкой проколдовали ему, он мне пятачок на личке дал, а я пятачок на карту скинул. Офигеть, я бы с радостью проколдовала, но я колядок не знаю. Я знаю, Полин, топовую колядку, и она совсем не тлудная. Коляда, коляда, отклывай волота, доставай сундучок, отдавай пятачок. Запомнила? Да, иди коледой. Валёк. Что? Коляда, коляда, отклывай волота, доставай сундучок, отдавай пятачок. Тебе тоже пятачок надо давать? Ну да. Клички нет, на карту сейчас скину. Так. Опа. Что? У меня на карте осталось 1870 рублей. Ну скидывай 1870 рублей. Тогда у меня вообще денег не останется. Бывает. Капец. Скинул. Спасибо. Вот это они мне проколдовали. Все, проколдовала. Тоже пятак тебе дал? Не, пятака у него не было. Было 1870 рублей. Он мне их все и скинул. Лен, я ушел. Приду часик через два. Куда? Вы мне проколдовали, у меня нифига денег не осталось. Пойду по домам похожу, поколдую. А, окей. На обратном пути купи хлеб и батон. Деньги давай и куплю. Фига. У меня нет денег. Так ты ж колдовать пошел. А, ну да, я ж колдовать пошел. Капец, Денек.